Здравствуйте, меня зовут Михаил Шестов. Я журналист и писатель, а также автор педагогической системы «Как научить себя учиться». Я провел огромное количество исследований мировой системы образования и выяснил, что взрослых людей нельзя обучать школьными методами в силу того, что на определенном этапе мозг перестраивается в режим передачи информации окружающим. Дети, достигая переходного возраста, отказываются учиться новому и имитировать старших. Они как бы уже готовы к взрослой жизни, то есть учить других. Поэтому ситуация с обучением взрослых в мире весьма плачевная, особенно в сфере обучения иностранным языкам, а также совершенствованием уровня родного и подготовки преподавателей всех дисциплин. Поясню. Люди начинают учиться на преподавателя в возрасте 17 лет, когда идеальное произношение и правила орфоэпии школьными методами уже не освоишь, и не могут научить даже себя разговаривать и писать хотя бы на уровне среднего образованного носителя языка. Поэтому у вас в России, даже в спецшколах, обучают только русскому-английскому, который звучит на уровне «Табир я чебуражга и гажда я дворняжга, при встреча, встреча». Лапа падает. Но вы этого не знаете, поскольку это большой секрет преподавательский. Те же, кто владеет грамотным английским, например, носители языка, тоже не умеют учить взрослых людей грамотному калькированию своей речи, правилам орфоэпии, приблизительно таким, как им учат в русской школе, так как им этого тоже не преподавали. Этого просто нет в учебной программе американских и британских педвузов. Обучение по системе «Как научить себя учиться» основано не на использовании обычных методов восприятия школьного типа, а на особом способе развития мозга, мыслительной деятельности. Во время выполнения упражнений, на которых основана система, мозг задействуется практически полностью, а не 2% его мощности, как при обычном обучении, что и гарантирует быстрое и безупречное освоение любого навыка. Подробнее обо всем этом вы можете прочитать на моих сайтах.